Машина 2004 года выпуска, ну, с пробегом примерно 800 тысяч километров или примерно 500 тысяч майлзов. Если кто-то еще сомневается в американском, чисто американском происхождении автомобилей, которые приводят. Так вот, я вам так скажу, что я полазил по вот этим полочкам, а полочки мне здесь очень понравились, нету дверцев, все на таких вот резиночках, и нашел чисто американскую книжку и чисто американские пустые пачки под сигарет. То есть, соответственно, на этом автомобиле не ездил никто. Машина меня поразила чем? А вот как-то я смотрел фильм «Аэроплан», если помните, да? Так вот, первая и вторая часть. И прекрасная панорама, которая демонстрировала вам кучу приборов. Здесь то же самое. Куча приборов. Ну, с трудом, но мы в конце концов разобрались. И кроме бортового компьютера, здесь еще и полное управление включением дифференциала. Вам демонстрация того, как работает ваша пневматическая система. А это, кстати, очень важно для таких мощных грузовиков. И все, и наддув, и все что угодно. И, ну, и мы заглянули под капот. Я не знаю, как там американцы ездят, но поразительная чистота двигателя. Просто, я даже не знаю, почему так возможно. Да, дороги там чистые, да, к машинам там относятся хорошо, а этот автомобиль сохранился, да как он мог сохраниться плохо, если там пробег минимальный. А теперь поговорим о человеческой сущности, о сущности человеческой в российском этом понятии этого слова. К сожалению, мы сильно генетически изменились за те 70 лет. А нам уже и не понять, что для каждого работника необходимы правильные условия. Взять, к примеру, авиацию. Ну, для тех, кто служит на больших ракетоносцах. Там что, сложно было выделить места для спания и каканья? Ау! Они-то не часто там канифолятся. А покушать и разомнуть ноги? Тоже и в малой авиации. Я, конечно, понимаю, что подгузники для всех, но простите. Может и сортиром обойтись, а? К слову о машинах. У нас пространство огромное. И если посикать и покакать можно, то где же спать-то? Или вы хотите разморозить свои машины? А я так понимаю, что дальше Челябинска, Оренбурга и Уфы проезда без сна просто нет. А вы забыли про зиму, когда время с солнцем это 6 часов, а вы забыли про Заполярье, там солнца-то и нет. Проехал человек 8 часов и спать. И понятно, что заглушив машину, он ее утром не заведет. Ау, вы думаете своей головой, а? Ну да, думать-то у нас не принято. Но думают американцы. Если мотеля нет и в помине, то не проще ли поспать в машине? Автономка и двигатель заведет и не даст вам замерзнуть. А летом прохладит воздух. К слову, о посикать и покакать. В отличие от нас, там посикать и покакать можно везде. Там это правило, и это не наша сущность. К слову, о гололеде. На Фредди вы проедете везде. Блокировочка и пошпарили. А теперь про расход топлива. Если просто сидеть в нашей безумно промерзшей ночи. Мы посчитали, и знаете что? Расход топлива на холостых, ну, оборотах, соответственно, это вы если стоите, то он всего лишь 1,5 литра на час работы. Сами посчитайте, или вы в мотеле эти бабки бросаете, или вот он настоящий комфортабельный гостиниц, телевизор, холодильник, красота, машина.